Здравствуйте, меня зовут Александр, мне 46 лет, живу в Санкт-Петербурге, женат, двое детей, по образованию экономист, работаю руководителем административного отдела. Покер на самом деле нравился мне достаточно давно, просто каких-либо серьезных шагов в плане покерного развития, но и до этого не предпринималось. До недавнего времени катал себе спокойно микролимиты NL5, NL10 в одном из румов, который сейчас закрыл доступ игрокам из России. Катал в основном в свое удовольствие и небольшой, совсем не критичный для меня минус. Основным стимулом к обучению для меня все-таки явилось большое желание чувствовать себя сильнее, чем среднее поле игроков на лимите, ну и желание вывести свою игру в стабильный плюс. О проекте Poker Ability узнал из рассылок ВКонтакте, посмотрел пару стримов Петра, пару презентаций курсов, принял собственное решение, давай, кто если не мы, когда если не сейчас. Подкупил прежде всего такой структурированный, логичный подход к игре. Просчитанный префлоп-чаты, четкий алгоритм принятия решений и разбора раздач, структурированные концепции бетсайзинга, причин для ставок. В самом процессе обучения прежде всего понравился требовательный подход к ученикам. Необходимость ежедневной и достаточно тяжелой работы над теорией и практикой игры. Был очень приятно удивлен наличием подготовительного курса перед основным курсом. Я до сих пор не понимаю, как можно было с успехом пройти основной курс, не проходя подготовительного. Это было очень хорошо. И также был приятно, позитивно удивлен наличием персонального куратора, который совсем поможет, все подскажет. Не совсем понимаю, зачем нужно было менять кураторов после предварительного курса. Вроде как уже притерлись, сработались с человеком, но это мелочи жизни. И другой, второй и, наверное, уже последний, единственный негативный момент – это там периодические перебои в работе сайта, но это мелочи жизни, я надеюсь, что данные технические проблемы решены уже окончательно и бесповоротно. Убирать из курса, мне кажется, ничего не нужно. Все, в принципе, полезно, ценно и по делу. Из того, что нужно было бы добавить, это, наверное, имело бы смысл ввести дополнительные виртуальные тренажеры. Ну, прежде всего, по структурам досок. Сухая, мокрая, прикупная, неприкупная. Ну и причинам для ставок против конкретных оппонентов на таких досок, наверное, та тема, с которой у меня возникают наибольшие сложности в игре. Есть канбет на такой доске против такого оппонента? Нет канбета. Есть здесь второй, третий баррель? Нет здесь второго, третьего барреля? Ну и так далее. Есть же на данный момент прекрасный тренажер по префлоп модели, он же Йопперст Покер. Ну, я надеюсь, на Покер Абилити в конце концов появятся и другие не менее полезные и очень эффективные тренажеры по различным покерным составляющим. В целом курс мне, безусловно, очень понравился. И понравился он мне прежде всего тем, что на нем ты получил всю информацию, которая тебе необходима для того, чтобы бить микролимиты и двигаться дальше. Абсолютно всю. Сейчас у тебя уже есть все. Как ты дальше распорядишься этим багажом? Какой у тебя будет уровень и самой игры, и работы над игрой? Насколько адекватная у тебя будет самодисциплина? Но все необходимое для того, чтобы двигаться дальше, играть в плюс и расти по лимитам, у тебя есть. Хочешь – пользуйся. Не хочешь – сиди, тупи дальше. Все просто и понятно. Следующая такая глобальная отсечка лично в моем покерном развитии – это достижение освобождающего лимита. Для меня он NL50 и выход на минимальный уровень запланированного ежемесячного покерного дохода. Для меня это 1500 евро в месяц. Соответственно, сейчас месяц, максимум 2, отвожу себе, во-первых, на доскональное, доведенное до автоматизма усвоение основных концепций курса, префлоп модель, алгоритм принятия решений, причины для ставок и прочее. А во-вторых, на значительное увеличение, конечно, количества отыгранных рук. Безусловно, буду продолжать работу на ежедневной основе и в части планирования,
в формате, что сделано сегодня, что сделано завтра. Разбор раздач по установленному алгоритму, работу со своей базой, повторение основных покерных концепций и так далее. После этого планирую пройти новое обучение на Poker Ability. Скорее всего, это будет курс, гарантированный подъем на лимит выше за один месяц. Ну а в целом хочу сказать огромное спасибо основателю и команде Poker Ability за прекрасную подачу материала и отлично организованный, структурированный учебный процесс. Спасибо. Увидимся с вами. Обязательно. Пока.